Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосева, это канал о вязании. И сегодня я хотела вам показать вот такой интересный жакет, связанный волнистым узором и из пряжи с люрексом. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Очень красиво получается он. На пряже смотрится этот узор. Мне очень, вот на фотографии как-то плохо видно, да? Даже если я приближу, боюсь, что особый узор это вы не разглядите, да? А вот я вам связала образец, и там очень видно красиво, особенно когда это все переливается. В люрексе это вообще просто сказка, да? Жакетик очень такой интересный, с широким рукавом. Мне очень он понравился, поэтому я остановила на нем свой взгляд и решила сделать по нему мастер-класс. Мы с вами попетельно разберем узор, как его вязать. Кстати, подходит для начинающих. Поговорим про пряжу, про плотность. И, конечно же, мое описание будет представлено подробнейшим образом. Все это есть в моем мастер-классе. Вы сможете без проблем начать вязать данный жакетик. Итак, я взяла для вязания данного жакета пряжу с люрексом фирмы Ализе Ангора Голд Симли. В составе данной пряжи 75 акрила и 20 шерсти. В 100 граммах 500 метров. Турецкая хорошая пряжа. Цвет. Видите, 515, да? И он у нас вот имеет вот такой вот приятный блеск. Как видите, с люрексом пряжа. Очень красивая. Сейчас я вам... На полотне она тоже очень блестит. Красиво очень. Стильно. Мягкая пряжа, теплая. И еще к тому же, вот видите, какой она имеет блеск, да? Очень красиво, девочки, очень красиво. С изнаночной стороны, если кому интересно. Вот так выглядит узор. Ну, тут красоты-то особой нет с изнаночной стороны, да? Так, и по поводу ниточек, я вам сказала, вязала в две ниточки спицами номер 5. Вот так выглядит связанный образец. Вот такие ажурные получились у нас косы. И очень, но все-таки вот этот вот переливистость, вот это вот, ой, ну какая же прелесть, а? Ну какие же турки молодцы, какую же они красоту придумывают. Как же у них вот в этой фирме, какое же у них количество и цветов, и выбор пряжи. И какая она бюджетная, дешевая все-таки, да, согласитесь. Ну просто... Молодцы. Так, девочки, плотность мы тоже определяем в этом мастер-классе. И я вам даю свои рекомендации, которые несколько отличаются от описания автора, которые я вам тоже сегодня показываю. Поэтому, кто интересуется моим подходом к вязанию данного жакета, не поленитесь, зайдите в конец видео. Посмотрите, как я решаю расположить данный узор на изделии, да? Предлагаю, как его расположить. Необычный жакет, необычный. Мне он понравился именно своей оригинальностью идеи, что у него такие рукавчики такой интересной формы, прямой, да? В общем-то, ну, стильная вещь, согласитесь, получится. Теплая, стильная, интересная вещь
Всем рекомендую ее связать. И узор, можно сказать, для новичков. Нет ничего сложного. Вот здесь у нас в узоре с вами два раппорта в ширину и три раппорта в высоту, как видите, да? Видите, элементы повторяются один за одним, да? То есть здесь не нужно напрягать голову, там что-то там. Прям вот, знаете, накиды идут из ряда в ряд. В изнаночном ряду мы вяжем, как смотрят петли, то есть там тоже не надо напрягаться особенно, да? Узор в голове умещается легко. Я всегда смотрю на узор и думаю, автоматизма добьюсь или нет при вязании, да? Это моя личная такая градация узоров. То есть, если мне удается, полностью вот связав раппорт, запомнить его и уже каждый раз в схему не залезать, то я считаю, что это очень легкий и удачный узор. Бывают такие узоры, голову, знаете, сломаешь. То есть каждую петельку нужно контролировать, постоянно по схеме сверяться, линеечкой водить. В общем, напряжные узоры. А вот про такие узоры я сразу вам честно говорю. Легкий узор, девочки, легкий узор. Напряжение особого не вызывает. Поэтому я вам рекомендую, если у вас спицы... Ну, вы новичок, да, как бы, попробуйте этот узорчик, не пожалеете. Интересный узорчик, оригинальный, красивая пряжа. Свяжите себе такой прекрасный жакетик, будете еще очень радоваться. Вязать мы будем с вами вот по этой схеме. Схема очень простая, 18 петель ее раппорт и 10 рядов в высоту вяжется данный раппорт. Здесь на схеме у нас два раппорта с вами. Также два раппорта мы будем вязать в образце. Здесь есть свои особенности в вязании данного раппорта, о которых я обязательно упомяну при начале вязания. Как видите, выкройка очень простая. Прямоугольники, да? Рукав широкий, скоса рукава нет. В общем-то, особо здесь напрягаться при вязании не будете, потому что узор, я считаю, что подходит даже для новичков. Теперь с описанием. Ажурный жакет вяжется волнистым узором, как я уже повторялась, с пряжи с рюрексом. Так, и пряжа здесь упоминается ангора, голд, симли и так далее. Про нее я уже вам рассказала, да? Теперь по размерам. У нас будут три размера в описании. Вы сможете видеть, какой широкий диапазон для возможности вязания данного жакета. Тем более он такой красивый и узор простой. И, в общем-то, универсальный жакетик, который можно носить в прохладную погоду и быть модной, красивой, стильной женщиной. Девушкой, да. Здесь используется, значит, схему вы видели, ажурный узор и резиночка для планочки используется по полочкам. Вот, и видите, плотность у нас, которую мы будем определять, 15 петель. Но там получилось 15-16. Все-таки это все довольно-таки индивидуально. Ну, в случае чего сможете подправить 1-2 петли, прибавить или убавить. В зависимости от вашей плотности, которая у вас получится, это не критично, да? Смотрите, есть такая особенность: рукава мы вяжем сверху вниз. Стрелочку на выкройке обязательно обратите внимание. И теперь, собственно, по описанию. Ну, на спице набираем нужное вам количество петель. Первый ряд вяжем изнаночными петельками. И дальше продолжаем работу. Значит, следующим образом: кромочная, петли изнаночной глади, затем идет в середине ажурный узор. И вот смотрите, здесь такая особенность, которую я вначале, ну, не обратила внимания, а потом поняла. Вот посмотрите, у нас же первый ряд вяжется, там будет использоваться накид. Вот в этом накиде вот все, в общем-то, и путаница может произойти у вас, поэтому не пугайтесь, я вас сразу сейчас предупреждаю. Мы при наборе будем вот не 73 петли, а 69 у нас будет в первом ряду использоваться. И только потом, когда мы сделаем с вами, у нас 4 раппорта умещаются в спинке, вот эти вот 4 петли
с накидами дадут нам в сумме 73 петли, да, поэтому я пишу изначально 73 петли ажурным узором, то есть я пишу это 4 раппорта плюс 1 петля для симметрии, да, но по сути у вас на спицах будет 69 петель, да, поэтому вот не пугайтесь, здесь вот такая особенность узора. Здесь используется по бокам изнаночная гладь. Очень будет хорошо смотреться, вы поймете, на изнаночной глади этот ажурный узор. И за счет вот этой изнаночной глади у нас такой большой диапазон в размерах, да, то есть мы ее можем увеличить, уменьшить, а ажурный узор у нас так останется неизменным в середине, в центре, да, спинки. Поэтому для разных размеров здесь большая вариация возможностей. Да? Затем через 7 сантиметров мы будем с вами делать плечевой скос. Здесь подробно рассказывается, как закрывать петельки. Да? Переходим к левым полочкам. Вяжем левые полочки. Тоже набираем нужное количество петель. Тоже не пугайтесь. Здесь у вас также идет с ажурным узором такая же система, что и на спинке, да, то есть первый ряд у нас идет без вот этого накида, как бы накид добавляет одну петлю, да, так, и заканчиваем мы резиночку здесь еще у нас по планке, планка у нас цельно, видите, вязаная получается, резиночку мы вяжем. Три петли у нас. Ну, смешная, конечно, резиночка, три петли, но все-таки какая-то окантовка идет. Так, и плечевой скос также вяжем, как по спинке, да. Такое же количество петель идет, закрываем. Правая полочка вяжется зеркальным отображением левой полочки. На рукавчике мы тоже набираем нужное количество петель. Здесь тоже идет ажурный узор у нас в центре. Все попетельно расписано, да, очень все понятно и хорошо доступным языком вам изложено. Вот вам дизайн-проект данного жакета, что, как говорится, да, вяжите на здоровье, да. Ну, мои хорошие, давайте с вами приступать к вязанию образца, разбирать этот узор более подробно, вот, и определять плотность конкретно, из какой пряжи вы будете вязать, если вы воспользуетесь не моими рекомендациями, а возьмете какую-то свою тоже пряжу, свой цвет. Можете выбрать, кстати, пряжу любую, конечно же. Это ни к чему не обязывает мои вот эти вот записи здесь по пряже. Возможно, вы возьмете какую-то пряжу с махером там и так далее, да. Главное – это описание и создать вот такой конструкторский подход. Будем с вами вязать вот по такой схеме. Схемочка довольно-таки простая. 18 петель ширина раппорта, 10 рядов высота раппорта. Я здесь, значит, у меня на спицах сейчас 18, два раза по 18, то есть у меня два раппорта здесь, и уже два раппорта в ширину и уже два раппорта в высоту я связала. Сейчас будет третий, буду вам показывать. Для вязания набираете, девочки, будьте внимательны, здесь при наборе две петли у нас не учитываются. Поэтому, несмотря на то, что здесь 37 петель, видите, по накиду. Да, видите? То есть здесь не надо эти накиды набирать. Поэтому вообще вот тут как бы в ширину 37 петель, но мы набираем 35 плюс 2 кромочные. Всего я набирала 37 петель. И затем мы вяжем с вами первый ряд. То есть набираете не 39 петель, а 37. Начинаем первый ряд. Так, вот с линеечкой. Смотрим первый ряд, вяжем. Первый кромочный у нас снимаем. Далее идут 5 изнаночных. Раз,
два, три, четыре, пять. Четыре лицевые. Раз, два, три, четыре. Накид. Опять четыре лицевые. Раз, два, три, четыре. Дальше 9 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Четыре лицевые опять. Раз, два, три, четыре. Накид. Опять 4 лицевые и 5 изнаночных. И кромочные. Первый ряд связали. Все изнаночные ряды, все четные ряды мы вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. И я показывать, девочки, это не буду. Третий ряд. Кромочная, 3 изнаночные. Раз, два, три. 4. Так, дальше. 2 вместе изнаночные. Кто как привык. Я вот за передние стенки провязала. 2 вместе изнаночные. Дальше. Раз, два, три. 4 лицевые, накид, лицевая, накид, опять 4 лицевые, 2 вместе изнаночной, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе изнаночные, 4 лицевые, накид, лицевая, накид, 4 лицевые, 2 вместе изнаночные, 3 изнаночные и кромочная провязали изнаночной. Дальше. Четвертый ряд. Вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд. Первая кромочная. Снимаем. Дальше вяжем 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной. 4 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 4 лицевые, 2 вместе изнаночные, 3 изнаночные. Опять 2 вместе изнаночные, 4 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 4 лицевые, 2 вместе изнаночные, 2 изнаночные и кромочная изнаночная. Провязали. Шестой ряд, как смотрят петли. Седьмой ряд. Седьмой ряд у нас. Вяжем. Первая кромочная, изнаночная. 2 вместе изнаночные. 4 лицевые, накид, 5 лицевых,
Опять накид, 4 лицевые. 2 вместе изнаночной. Изнаночная. И еще 2 вместе изнаночной. 4 лицевые. Накид, 5 лицевых. Накид, 4 лицевые. Две вместе изнаночной, изнаночная и кромочная провязываем тоже изнаночной. Теперь у нас 8 ряд. Мы вяжем, как смотрят петли. Вот изнаночная сторона у нас вот так смотрит, да, выглядит. Так вот лицевая сторона. Видите, все как переливается. Не знаю, передает ли это камера, но вид потрясающе прекрасный. Узор ложится очень интересно. Так, а у меня ниточка идет, девочки, видите, из серединки одна, а вторая идет сначала. И вот из серединки она иногда там плохо себя ведет. Поэтому, видите, как иногда цепляется там что-то. Так, давайте дальше вяжем, значит, 8 ряд, как смотрят петельки. И вот у нас 9 ряд уже. Это последний лицевой ряд у нас в этом раппорте. И мы вяжем с вами первая кромочная. Сразу у нас идут 2 вместе изнаночной, 4 лицевые, накид. Дальше идут 3 лицевые и 2 вместе лицевой. Просто я провязала 2 вместе лицевой. Дальше идут 2 лицевые, накид, 4 лицевые. Три вместе изнаночной я провязываю. Я буду провязывать за передние стенки. Вы как привыкли. Три вместе изнаночной. Три, девочки, три. Дальше опять 4 лицевые. Накид. 3 лицевые. 2 вместе лицевой. 2 лицевые. Накид. 4 лицевые и 2 вместе изнаночные. Все, и кромочные изнаночные. 10 ряд вы вяжете, как смотрят петельки, да? Раппорт мы провязали с вами полностью. Я вам покажу, как первый ряд начинать. Давайте все-таки провяжем с вами первый ряд. Там будут петельки немножко меняться, да? И у нас с вами снова первый ряд. Я показываю его сначала. Смотрите, чтобы вы не пугались, если не очень сильно так владеете спицами, да? Первая у нас идет, значит, кромочная, да? И мы начинаем вязать с вами 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. Затем у нас идут 4 лицевые. Раз, два, три, четыре. Накид. Опять 4 лицевые. Затем 9 изнаночные. Узнаете, да? Вы уже это вязали в первом ряду. То есть, видите, да? Тут у нас поверх лицевых идут изнаночные, но пусть вас это не пугает, такой узор. Так, провязали 9 изнаночных, 4 лицевые. Накид, опять 4 лицевые. И 5 изнаночных в конце ряда. Вот, и вы вновь переходите затем к третьему ряду лицевому. И там уже все похоже, то же самое, что мы с вами вязали. И вот так выглядит наш узор. Сейчас наша задача с вами сделать влажную тепловую обработку образца, измерить его и посчитать плотность вязания.
Обдаем наш образец горячим паром. Он становится пластичным, полотно, и принимает ту форму, которая нам нужна. То есть мы его вот так сейчас расправляем, да, и даем ему высохнуть. Я не отутюживаю, смотрите, не перепутайте. Я именно горячим паром. Все. Так, смотрите, берем линеечку и прикладываем к нашему образцу. Вот у меня 25 сантиметров получилось. Сейчас нам надо с вами посчитать, сколько же у нас с вами плотность. Сейчас мы с вами посчитаем плотность. Так, значит, смотрим, что у нас тут было по набору петель. 39 у нас было. У нас участвовало в вязании не 37, как мы набирали, а 39 петель, да, я вам объясняла, там накид, 2 накида появлялось. Значит, мы с вами 39 делим на полученное 25 сантиметров. Вот, 1,56 у меня получилась плотность. Так, то есть я пишу здесь 1,56 плотность. Так, ну еще разочек давайте посмотрим для уточнения, сколько же тут. Так, ну вот иногда вот 24,5. Сколько это будет, чтобы, так сказать, 39 разделить на 24? 1,6, да? Ну, в общем, девочки, вот между 1,5 и 1,6 получается плотность, да? Все-таки, как бы одинаковые спицы мы не брали, и как бы мы не брали одинаковую пряжу, все равно у нас будет с вами небольшое различие. Кто-то очень туго вяжет, кто-то послабее вяжет, да? То есть, вот, исходя из этих цифрочек, да, мы сейчас с вами рассмотрим выкройку. Вот у нас выкройка дана на несколько размеров. На 3 размера я вижу, да? На 3 размера. Вот, например, 26,5. Первый размер идет. Это половина нашей спинки и полочки, да? Опять берем с вами и смотрим. Значит, у нас получилось с вами вот 26,5. 26,5. И мы с вами умножаем это на 2. Ширина спинки 53, да? И нам надо умножить все это дело на 1,5, предположим, да? Вот, у нас получилось 79,5, то есть, ну, 80 петель, да? И здесь 80 петель. Как распределяем узор? Мы знаем, что у нас раппорт узора 18 петель, да? Вот он показан, раппорт узора 18. Но я бы так посчитала раппорт узора. Тут он нам показан, это все хорошо. Но мы с вами связали 2 раппорта, мы знаем. И у нас была 1 петля для симметрии. Да? Объясняю прямо вот здесь на схеме. Смотрите, вот что такое вот они показывают раппорт узора. То есть они показывают нам вот эти лицевые петельки и изнаночные. Так, но мы их можем сначала, этот раппорт, отмерить. Те же 18 петель, да? И закончится он у нас, если мы вот от начальной петли и до сюда, вот я черточку поставила, вот он 18, видите, раппорт, а потом он повторяется, вот этот вот, видите, начинает повторяться, то есть вот это и вот это одно и то же. И повторяется вот до сюда, и одна у нас идет петля для симметрии всегда, да? То есть, иными словами, мне нужно сделать так, чтобы в 80 петлях у меня уместилось целое число раппортов. Это очень важно. То есть у нас сейчас нужно немножко конструкторское мышление включить, да? То есть мы с вами 18 петель. Давайте так сделаем. 80 поделим на 18. Я всегда так делаю, да? Вот у нас целое число 4. То есть целое число раппортов у нас 4 умещается, да? То есть мы с вами начинаем вязать с 4 спинка. У нас уместилось 4 раппорта, полных раппорта. И
полных раппорта 4 на 18 составляет 72 петли. То есть я пишу 4 раппорта 72 петли. Нам надо 80 петель. Сколько у нас не хватает петелек? У нас не хватает с вами петелек, получается 6, ну 79. То есть к 72 петелькам я прибавлю... А, еще одна для симметрии. Одна петля у нас для симметрии. То есть 73 петли, по сути, у нас, это узор наш на спинке. 73 петли, и не хватает до 80, получается у нас 7 петель, да? Но мы сделаем 6, чтобы для симметрии. Плюс 6 петель дополнительных и плюс 2 кромочные, да? И получается 81 петелька у нас. Мы как раз с вами вот уложились в то, что нам нужно набрать по спинке. Объясняю. Значит, что такое 73? 73 – это наш ажурный узор. Да? 73 – это наш ажурный с вами узор. То есть, это 4 полных раппорта плюс 1 петля для симметрии. Начинаем вязать эти 4 вот отсюда. То есть, я раппорт считала. Вот 18 петель откладывала вот отсюда. И вот у нас заканчивался, да? Потом начинался еще один раппорт и так далее. И заканчиваем мы 4 раппорта вот этой петлей. Вот так она будет выглядеть. Законченные раппорты. 4 раппорта плюс 1 вот эта. Это понятно, да? Я вам сейчас схематично это изображу. И у нас осталось, что такое загадочное число 6, которое я добавила. Я считаю, что это будет изнаночные петельки. Изнаночные петельки мы добавим с двух сторон. Узор будет хорошо, красиво смотреться. Видите? Представьте, что здесь, значит, добавлено 3 изнаночные. И здесь 3 изнаночные. Это будет красиво смотреться, я считаю. На фоне изнаночной глади идут вот такие ажурные косы. Да? Красиво. Красиво будет. Это не помешает. Вот так мы с вами решаем вопрос размера, да? Вы поняли меня? На любой размер вы сможете с помощью вот этих изнаночных петелек откорректировать. Понимаете мою мысль, да? То есть больше у вас размера, вот видите, тут идет следующая величина, 28,5, половинка спинки, да? Вот, 28,5. Добавляете большее количество, то есть расширяете вот эту вот изнаночную гладь по бокам. Все. Ажурный узор у вас остается неизменный. Вот он, этот, 73. Так. И я вам сейчас схематично это вот так нарисую. Вот у нас идет линия. Ну, представьте, что это спица ваша. И вы набираете петли, да? И вы набираете, вот у вас идет 4 раппорта. Мы распределяем с вами одинаковые. Раз, два, 3 и 4 раппорта. Вот. Значит, я пишу 18. Это петель раппорт, да? 18. Тут 18. Тут 18. Ну, плюс 1 еще. Да? А вот эти боковушечки наши по петелькам, это у нас с вами по 3 изнаночные. Изнаночная 3. 3 изнаночных. Вот так. Видите, да? И вот эти вот 3 изнаночные вы на больший размер каждый раз увеличиваете то число, которое вам нужно будет прибавить там, чтобы нарастить ширину спиночки. Да? Там у кого-то будет не 3, а 6 изнаночных, да, в зависимости от ваших размеров, ваших габаритов. Да? Это понятно? Понятно. Дальше, что касается спинки. Мы поговорили, что касается полочек. По полочкам, смотрите, здесь сразу идет планка. Мы ее включаем в работу. Планочка у нас идет связанной резиночкой, наверное. Ну, во всяком случае, автор в описании так рекомендует. Вот, планочка будет резиночкой связана. Ну, давайте, мои хорошие, приступайте. Заметьте, но это я еще скажу в начале видео. Рукавчик вот здесь вяжется не как обычно мы вяжем снизу вверх, а сверху вниз он идет. И вот такой он имеет вид практически
прямоугольника, то есть тут нет скоса, как мы привыкли, да, нет скоса, он прямой. Классно смотрится, мне понравилось. Так, ну все, удачи, давайте вязать.